Можем. Так, Ярослав. Ну что ж, рассказывай. Если бы я знал, что колледж нанимает теперь ментов, прогульщиков искать. Прогульщиков или наркоманов? Ты что, уже все скурил или мне поискать? Сейчас найдем у тебя наркотики. Саша говорил, он знаешь, что случилось? Наслышан. Наслышан. А вот это видео ничего не напоминает? Хочу видеть свежую кровь. Это подстрекательство. Ты не видел его, понятно? Хуже того. Я вообще не видел его. Мы вчера после школы сразу к Валерке поехали, Петрову. Выпили пиво, он девчонок позвал. К нам друг приехал, все. Больше ничего не делал. Ничего не делал. Вот я сейчас пойду, да узнаю. Как вы узнаете? Ты тут посиди пока. О чем посидеть, подумать?